Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на Сироде на ролеплей «Центральный округ». Муник здесь Кирилл Путбулу, вы не забывайте сегодня Муник при регистрации, пацаны. Когда вы достигнете 3 уровня, мне капнет денежка, я с радостью могу с вами поделиться. Поэтому, вводите Муник, ну и сегодня мы займемся охотой на медведя, да. Выполним этот квест, там вроде квест, это... можно его выполнить, но нам нужно оружие, поэтому мы сейчас направляемся, наверное, в южный, в южном же, там продуктов нету. Ну тогда сейчас поедем в Арзамас, закупимся оружием и поедем уже охотиться, выполнять квест на медведя. Я думаю, будет очень весело и очень круто, поэтому погнали. Извиняюсь там еще за голос, я чуть приболел, у меня горло болит, поэтому... там сильно меня не ругайте в комментариях, что, типа, вот ты там тупишь, ну, и так далее, потому что у меня горло очень болит. Сейчас 9 утра, чтобы вы понимали. Я просто проснулся, понимаете, я каждое утро просыпаюсь и снимаю видосики. Поэтому с утра немного туплю, такое бывает. Я думаю, не я один такой, поэтому это все нормально. Батя Ярик просто водила нахуй. Я тупо с моста улетел. Просто жесть. Давайте я здесь так выйду. Блин, капец, я жестко. Просто я жестко так с моста этого вылетел. Вы играете уже один день подряд и получили бронзовую рулетку. Давайте ее покрутим, наверное. Пишем ММ. Так, ежедневная рулетка. У меня бронзовая рулетка. И нажимаем покрутить. Не знаю, что она выпадет. Давайте посмотрим. Может быть, что-то ягодное выпадет. А вы получили 2 XP. Инвентарь рулетки. Хорошо. Как это закрыть? Так, инвентарь рулетки. Окей. У меня там, по-моему, пару этих XP было. У меня же, по-моему, я 8, по-моему, тоже раньше убивал. И их нету. Можно 5 лямов выбить? Вы серьезно? А, это, наверное, там пиздец надо. И Бугатти можно выбить. Нихера себе. Ну ладно, погнали. У меня донатов все равно, по-моему, нету. А, не, есть 4 рубля, поэтому можно перевести в бабки. 16 тысяч, погнали. Мне каждый XP там бабки капают. По 2 доната, точнее. Поэтому... хоть какие-то деньги есть, потому что я все в казике там слил в основном. Ну, не все деньги, конечно, там, наверное, 1500, я слил в казино. Поэтому давайте купим сейчас оружие себе и поедем на охоту на медведя. Не знаю, наверное, вот это ружье можно взять, в принципе. Выбор. Так, 50 патронов. Ну, 100 патронов, ладно, 150 патронов уже возьмем, что наверняка. Так, ну давайте вот это, может, тоже возьмем. 50 патронов, ну, я думаю, хватит. Блин, больше ничего такого не надо брать, я думаю, потому что медведя с дела убивать такой будет. Во, дробаш. Дромаша можно будет попробовать. Не знаю, получится ли нет дробаша. Я еще ни разу медведя не убивал. Серьезно, я еще ни разу не убивал. Я хз. Я хз, надеюсь, я все делаю правильно. Так, мы приехали, я вон на карте уже вижу медведя. Поэтому давайте сейчас доедем до лесника, или как там называется. Где-то здесь, я помню, было что-то такое. А, вот. Давайте к нему подойдем. Не знаю, как этих медведей убиваюсь, какой... Фух, я испугался, я думал, на карте смотрю, это лесник. Я думал, это медведи, это тут так, поговорить. Задание. Охота начала. Павла. Вы можете принять сюжетный квест, пока не выполните предыдущий. В смысле? Охота, первая кровь. Вы не можете... Павла.
Блин, а я просто могу медведя убить хотя бы? Просто пойти убить медведя, почему бы нет? Я могу так сделать. Я хочу убить медведя хоть раз. Потому что, блин, это квест выполнять. Такое. Да получается, надо все-все квесты выполнить, и потом, типа, может как охотиться. Напишите в комментариях, я просто не знаю. Ну, такое себе. Даже не знаю, где этих медведей искать. Ну, найду и покажу вам. Так, я, походу, медведя нашел. Я не уверен, конечно, но... Два медведя. Там сзади еще один медведь. Давайте пойдем того попробуем убить. Бля, как из этих... Не, сильно далеко, блядь. Там же медведь стоит. А, он падает. Как его убить? Давайте я вот так вот будем стрелять в него. Вообще, можно убить, блядь? Что с ним вообще происходит? Надо бы побольше патрона брать. Тут... Может он приземлится хотя бы или нет? Сдохни, блядь. Блядь. Можно дробашов его убить? Не, видимо, нельзя. Так, я буду подальше от него держаться, но ну, нафиг. Блядь. Нет. Нет, 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 нет. Блядь, он за мной побежал. Сука. Блядь, ну нет, нет, он же меня убьет, сука. Надо в ту сторону бежать, в ту. Я помню уроки от Акена, пацаны, я знаю все. Надо бежать через эту хуйню. Не убей меня, медведь, медведь, фу. Фу, медведь, плохой медведь. Так, все, он пропал, заебись. Погнали. Блин, я пока не могу медведя найти, но мне такая в голову идея пришла. А что если я вот так запрыгну на эту хрень? Где-то тут будет медведь, я что-то буду стрелять. Он меня убьет, если он подбежит ко мне или нет. Как бы он не сможет залезть на дерево, я думаю. И, блин, было бы круто, кстати. Вот на эту хрень, типа, залезть. И он же, по идее, не смог бы меня убить. Или смог бы. Бля, сейчас будет респаун машин. Ладно, у нас там гелик пропадет. В принципе, ничего страшного. Блин, ну эти медведи как-то крайне долго появляются. Или как они там вообще появляются, я не знаю. Я видел на карте два медведя тогда, когда мы бежали за одним. Один был где-то тут. И, блин, я не могу найти его. И еще не могу вот эти листочки брать. Потому что я не наркодилер. Обидно. Обидно. Опачки. Я нашел оружие. Так. Ох, 2000 калаша, еба. Так, там какой-то чувак. Едет. ПГ, я так понял. Два чувака. Так, они хотят проблем, я так понимаю. А, это тёлка вообще. Зачем? Зачем? Я веду охоту на медведя. С нами на медведя. А, ну давай. Погнали искать медведя. Так, медведь меня, короче, убил. Что очень хреново. У меня оружия, кстати, нет вроде. А вон машина. А, он за тачкой бежит, да? Так. Ему пизда, наверное, мне кажется. Чуваку реально... Да, он его убил. Так, да, я оружие заберу.
Да постояночка. Вот кобыла, блин. Маша, ты не могла мне оружие дать? Ух ты, Маша. Ладно, полетели, короче, отсюда. Я куплю уже оружие, да. Потому что мое оружие пропало, потому что у меня был медведь. Так, снова мы сюда приехали. Но в этот раз, конечно, прилетели, но неважно. Так, паркуем здесь вертолет по бурику. Я думаю, я никому так не помешаю. Тут особо движения нету. Погнали, купим винтовку, придется. Ну, потому что с дробаша, блядь, это сильно далеко. Его, он близко, если подойдет, он меня убьет сразу нахрен. Поэтому покупаем вот это. Хера себе дорогая, блин. Че так дорого? Можно мне узнать? Я и так, блядь, без бабок уже почти. Она еще столько стоит, 2050 патронов. Нам нужно много патронов, потому что, блядь, что-то он неубиваемый какой-то. И тут у Маши, видите, посадили. Маша Дундина. Ее посадили за ЕПП на 80 идут, блядь. Ну чё, жестко. Так, это что там? Не, это навряд ли здесь. Он аж сюда не бегает, поэтому полетели дальше. Искать этого сраного медведя. Ну, видели, он вроде здесь живет, он теперь не бегает, то есть, а? Но это плюс. Что он за вертиком теперь не бегает. Давайте я повыше подниму, чтобы не разбить свой вертолет. И будем искать этого медведя. Блин, это процесс поиска медведя на самом деле очень долгий. Потому что его найти очень трудно и долго. А не, в этот раз вон он бежит. Мой сладкий. Так, давайте я приземлюсь, наверное. Как-нибудь, куда-нибудь. Так, он что, за мной летать начал? Сука! Ёбаный медведь! Иди в жопу! Смотрите на эту скотину, блядь. Вы смотрите просто. Вот что он за мной летит, а? Чего ты за мной летишь? Я думал, ты бах исправили, что он летает. А ни хера, он все равно летает. Он вроде заспавнился. А не, ни хера, он ходит на небе. Надо как-то очень сильно. Эти медведи, читеры. Уже задолбали. Реально. Так. А если мы сделаем вот так вот? Мне кажется, это была плохая идея. Хотя не знаю. Где эта скотина? Он за мной летит. Сука, нет. Так, стоп, братан, стой. Пошел в жопу. Я на дорогу выбегу. Давай. Есть. Фу. Повезло. Я там что-то вижу. Я хз, это медведь или нет? Хотя, наверное, скорее всего, что это медведь. Да, это медведь. Да, это, походу, медведь. Я его не вижу. Или это не медведь? Так, он стоит под железной дорогой. Давайте посмотрим, кто это медведь или нет. Скорее всего, да. Да, это медведь. Вон, я его вижу. Так, приземляемся. Сейчас взрываюсь, пройдет, чтобы вертолет не пропал. А то, блин, пешком потом бегать не очень будет. Так, вроде прошел РВС, я так думаю. Поэтому можно выходить. Так, где-то здесь медведь. Давайте, блин, надо хоть одного медведя убить в этой серии. Вон, я его вижу. Так, чё, блядь? Вася. Иди нахер. Блин, он меня убил. Не, пацаны, это очень потненько. Это прям очень потно. Убить этого медведя, блядь. Пиздец. Базука его, что ли, надо убить? Или что, блядь? Я не понимаю, чё он не умирает вообще? То надо, наверное, всё обойму спустить на него. Скорее всего, да? Чтобы, блядь, он умер. Ну, это жестко, пацаны.
Когда он бежит, это просто вот фраза «Текай из места, тебе пизда». Только, блядь, наоборот, «Текай из лица, тебе пизда». Вот в чем проблема, блин. Пацаны, короче, не знаю, блин, что с этим медведем делать. Поэтому на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north.